Это поезд, который стоял его убрать. Быстрее его в 19:45 поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции. Сразу же было направлено 12 автоцистерн основной техники и 6 вспомогательной техники. Кроме этого, был привлечен пожарный поезд Южной железной дороги. 21:25 был локализован пожар. Сейчас проводится проливка железнодорожных цистерн. Прибыл еще один пожарный поезд для оказания помощи в охлаждении этих цистерн. На месте пожара работает оперативно-следственная группа УВД, СБУ и службы надзвичайных ситуаций. В результате пожара погибших и потерпевших нет. Станция «Основа» продолжает работать в штатном режиме.